have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Сегодня мы втроем собрались на... за этим столом на очень нервных переговорах. Так, давайте следующую каточку нам, пожалуйста. Выконяется такой режим, в котором у меня плащ не отбирают. Так. Не надо! Я думаю, это Эггман. Неприятная девка. Это Эггман. А, спасибо. Она этого заслуживает. Теперь Эггман наберем. Да она... Хватит в меня пальцами тыкать. Тогда Висфора и Эггмана. Понятно, мне придется его тоже убить. Next. А хорош. Все за тебя будут голосовать, потому что ты всех убиваешь. Это логично, да. Давайте проголосуем за того, кто всех убивает. Не за Фрума. А, что за... Почему он боком наваливает? О, я теперь не боком. Теперь вот это вот, которое слева от меня. А слева от тех кто-то есть? 5. Так, теперь... Она его просто в тыкву заколола. Давай на безымянного. Типа, чё? Давай безымянного и девку. Давай, чувак. Да посмотри, она убегает. Лысика, давай девушка, да. Ну сейчас рандом, посмотрим, кто из нас более, из вас более везучий. А, понятно, ты более везучий. Меня все пытались зарезать. ФКшница. Ну придется вот этого чувака зарубить. Теперь Висфора и Лысого. Ну, блин, я на самом деле попробовал бы его убить. Ну ладно. Да пусть он его убьет, потом его... Что? Так, Фрума. Сейчас он как это хороший, Фрума, плохой, злой, знаешь, каждый друг на друга такой смотрит. Нет, это как Человек-паук. Юми. Ладно. Я не понимаю, типа, либо у меня пинга... Нет, пинг, я... кстати, играет огромное значение, я сколько раз из-за него проигрывал. У меня лично Фрум был за спиной кота, вот у меня это так выглядело. Ого, ну это прям да. Там, где прям нет, вот оно прям да. Странно видеть свой труп на столе. Что, блин? Так, вот тут и Монгус начался, да? Понятно. Ух, кто это пушка был? Не сработала. О, рыбка. Так, а... Ну... Сейчас тебе сразу на меня, я же ничего не сделал. Глашите с кота, чтоб не втыкал. Это тебе за рекролл. Справа кто-то. Убийца! Это чувак. Все, тот, который один. Типа, а, нет, не я. Ну, кто-то справа от меня. Мне кажется, что он. Но, возможно, те, кто справа от меня сидят. Сейчас посмотрим. Да. Да. Справедливость так свершилась. И так, ребятушки, у нас тут небольшой казус произошел, немножечко крэшнулось, вы пару минуток игры не увидите, но это не страшно, потому что к нам присоединился Пика, и сейчас начнется реальный трешак. Да, Слаг, извини, что я тебя перебил, вперед. Не, я подумал, лучше это не говорить, пока Пика здесь. О, интриги, хорошо. Чего да ты, Пика, сказал так, что он радугу любит? Ай. А, именно поэтому? Ну, хорошо. Ну, это он тренируется перед июнем. Скоро же, знаете, будет этот месяц гордости, все дела. In is not Pride Montage. Блин, винтовка не рядом. Я не дойду, не снимаю наушники. Ну, тогда не буду эпично передергивать затвор. Это бекон. Бекон?
Да, Беконовый лос, я увидел, как он достал пистолет. Это правда. Беконорожденный. Все увидели, как он достал пистолет. Я не Зачем увидел, я тупанул, блин, я как обычно. Возможно, это не он. Я просто за толпой следую. Я же говорил. Нет. Убивают людей. Но я думаю, это красный. Ты слишком активно спихиваешь других людей. Я вообще думаю, что это Фрум. Что-то он... А ладно, это был реально красный. Просто ты слишком активно подозревал других людей. Да я всегда так. Ладно, ладно, ладно. Что, я убийца? Да как я такое мог сделать? Вы чего? Не вообще, я не хочу. Руки по локоть в крови и ноги по колено в пледе. Крестный отец. Ну, ваша потеря на сегодняшний соус. А, да. Из тех шуток, нет, которые лучше не произносить в эфире. А если вы хотите услышать эту шутку, то приходите к нам в Дискорд. Смотрите, ребята. Ох ты, ё. Чтобы не втыкал. Все гангста, пока кто-то не выхватит пистолет. Кто меня пытался убить? Признавайтесь. Ну, ты кого убил? Зачем ты это сделал? В смысле? А чё он тут сидит? Ты разве Фрон кого-то убивал? Я не видел, чтобы Фрон кого-то убивал. О, черт. Пока, ребят. Что там салат мешает этой пушке? Ой-ой-ой, Бекона надо убивать, ребят, Бекона. Бекона, да-да-да. Хорошо. Бекона. Вон того Бекон в очках — это наш Бекон, там есть другой Бекон. Так, кому-то из наших? Нет. Это девка. Убейте девку. Пижамные штаны. Бей женщину. Это лишнее было. Ой-ой-ой. Не надо. О, робот. Робот с нами разговаривал только что. Да, это был, это сказал не Слага, сказал робот, который его заменял, так что все нормально. Призывы, призывы к насилию исходили от робота. Вы все перепутали. Вы все перепутали. Вы не понимаете. Ох, так я думаю, выбор очевиден. Да, с обзора убиваем. Я тоже так думаю. Ах ты ж мелкий, ладно. Промазал, наверное. Да-да-да-да. Ну, Кот, ты не того убил. Надо было этого... Ах ты, тварь. Он пришел побеждать. Правильно, насчет лампочки. Я считаю, пора кикать пику. Тикаем пику. Пикаем кику? Тикаем пику. Ай, блин, ребят, мне кажется, что это стало началом местного мемчика, ладно. Особенно пикаем это пику. Актуально, то, что это главный админ, ну ладно. Тут да его. Ты посмотри, что делают с У. Бедная У. Я видел, как кто-то орал «помогите», а так все нормально. Помогите, Бог Ой. Тебе помощь. Так, я думаю, выбор очевиден. После прошлого раза эти слова стали не так очевидны. Бог покинул нас. Я даже знаю, кого я выберу. Был ли он? Смотрите, ребята, меня выберет. Нет. Птица, короче, счастье, когда я буду выбирать, я выберу вон того Бекона. О, Бекона выбрали. Ну не того. Беконов трое стало, они размножаются. Я хотел не того Бекона, вот этого. Бекономания. Бекономания. Почему? Because. Беконс. Блин. Кто не любит бекон? Кто эти люди? Арабы? Я не люблю бекон, который этот сильно с жиром. Он это... Кстати, да, есть такой. Любой бекон хороший. Нужно или сало, или чистый бекон, а то вот что посередине. Прикиньте, как странно сало звучит на английском. Ну просто свинячий жир, как вкусно. Ну как бы да. А почему меня выбрало, не дойдя до меня, это вот, ладно, минус Нупсай. Капнулся чуть-чуть. Не дошел. А почему мне не дают возможности выбрать кого-то? Ну потому что не надо. Пацан, ты всех сам ушел. Тебя выберут. Мочи соседа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ох, блин. Ой-ой. Зачем ты такое пишешь, чел?
Ах ты, как вернулся. Опа, минус. Все. Один призыв сегодня уже звучал, теперь остался второй призыв, ладно. Ну блин, сколько я 4 человека уфигачил, ну вы чё? Почему я не могу в последний раунд никого убить? Я множи. А, чувак, не считается победа. Не считается, не считается, да. Переигрываем, переигрываем. Переигрываем, срочно. Переигрываем. Пикаем кейпу. Ну как ты мог, ну ты не разбил лампочку, ну блин, ну ты чё? Я разбил лампочку, не гоните. Нет, вон она шатается, ты, ну... Я ее разбил, она восстановилась. Обманщик, обманщик. Обманщик. Я потом, у меня все записано, у меня все ходы записаны. Я разбивал лампочку. Так, это какая правда у нас? Говорю. 9-я минута. Все, я понял. Я потом посмотрю. Нафига? Убивай людей. Там в кружочке будут такие пруфы того, как я разбивал лампочку. Так, да. Убивай людей. Все слага. Давайте нуба. И нуба. Вот, два нуба дерутся. Давай, поехали. Что? Что ты сказал про мою маму? Да. Ну, победил. Так, я думаю... Битва титанов? Давайте все за девку с ушками. Она просто кидает ножи и стоит. На телефона. Видимо, да, кстати. Сразу видно людей, которые играют. Fight, epic. А почему я? Потому что. Да ну ёпарас это, оно непобедимое. Мне же это непобедимый нуб, так нельзя. Можно как-то за самого себя голосовать? А можно ли за самого себя голосовать? Ну-ка, дай-ка попробую. Да, можно. Кого, с кем я сражаюсь? С этим нубом. Я же умру от этого нуба. Похоже, он яблочком. Очень обидно было, кстати. Что случилось? Чуть не заплакал я. А ты где, кстати? Это был я. А. Ну выберите меня. Давай за черного. Я замаскировался, чтобы меня не гнобили. Серьезно? Переживай. У тебя и так скин не особо-то приметный. Я тебя только по очкам узнаю. Съела беконы на одно лицо. Ой. Как это вот? О, перестрелка, давай, шоу-даун. Ребята, кто-нибудь из вас видел бекон в молодости? Ах ты! Поросенок называется. Да, был такой. У меня тут капибара. Смотри, тут капибара. Офигеть, что там делает капибара. Тут капибара. О, там у вас комментатор сидит. Где? А, да, вижу, вижу. Кря. Теперь все видео будут крякнутыми. Ха. Пойду выиграю мини-игру. Ну, то есть проиграю. Отлично сказано. Ну, логично же. Проигрыш не равен победе. Уйди, негр! Ты мне мешаешь! Это я. Лего завалили, блин, ты что, ты в Brawl Stars играешь? Я не пойму, я понимаю, что можешь сидеть с телефона? Я это не та игра немножко. Подожди. Черный. О, тут капибара, еще и терминатор-нагибатор. Это вот вообще компания собралась. Ты украл мою почему победу. Почему меня не берут? Почему тебя держат для последнего раунда. Понимаешь, ты украл мою победу, зачем? Так надо. Зачем капибара сказала ананас? Нет, Лего завалили. Зачем курица перешла дорогу? Да-да-да, это прозвучало именно так. Нет. О! Давай-давай-давай-давай-давай, вали этого чувака. У него ножи в стульях застревают. Зачем? Ай, как? Я не знаю, у меня просто я не могу в последнем раунде победить. Отмазка. Но он тоже не выиграл, он не разбил лампочку. Да ну реально, я даже не знаю, почему он не умер. Ну он должен был как минимум от восхищения, да, упасть просто. Да. Да нет, он должен был умереть от пореза, если от запаха. Коснулся. Да нет, он должен был умереть от сердечного пристава. От запаха можно только понюхав пику умереть. Такого не переживай, я очень умею переводить всякие высказывания с себя на кого-нибудь другого. Вообще мог на кота перевести. Зачем? Чтобы не втыкал.
А если без муха, папоротник? А если я квакну? Вообще-то у меня 62 хромосомы, я папоротник. Ладно, кринжовые шуточки пошли. Пожалуй, еще можно прошутить про мамортник. Прошутить. О, победа! Победа, победа вместо обеда. Офигеть. Ура, на этой победе я ухожу. Давай, удачи. Уровень кринжа в этой шутке настолько же большой, как твоя мама. Я зарекламировался. Крутяк. Все, все заходим в Дискорд наш. Задекламировался. Да, все. Ссылка в описании. Ссылка обязательно будет, да, ребят. Обязательно тыкайте, заходите, будет прикольно. Всем пока. Вы видите, спасибо, какой здесь Дискорд. Контингент? Вы реально пока хотите пропустить таких собеседников? Тут же все больные на голову. Дэн, да. Приходите к нам в Дискорд-канал, админам делать нечего. Нет, наконец, я сейчас скрафчу пистолет себе. Скрафчу? Пожалуйста. Пистолет. Творите давай. Дичи побольше, я хочу, чтобы меня да. повысили. И в ящике у меня... О, да, у меня редкий пистолет в ящике. Супер. Красивый такой. Класс. А я... А ты в катке, нет? Ты замаскировался, я в катке. Что ли? А, вижу, нет, вижу тебя. Нет, я рекастли. А где Слав? А, дайте пушку. Перед тобой. Что ли? Нет, пока рекастли. Нет. Капибара, не делай этого. Девка с ушками, вообще-то. Капибара. У нее кот на футболке вот этот. Нет. Блин, это печально. Желтый! Ну что он ржал громче всех? Надо лысого убить, он с этим дружит. Дайте мне ручку! Не надо, не трогай меня! А, это выглядело, как будто собирается убить меня. Что мне втыкал? Так. Дайте мне уже пульт от ядерки! Прости, Слаг. Ты... ну ладно. Я не против. Шутка. Против. А, да? Да. Так. А, ну, эники, веники, ели вареники, эники, веники, ты. После ты должен был переместить прицел. Ах ты. Ура! Радуюсь за тебя, как за себя просто. Еще и лампочка разбита оказалась, считается. Зачем ты меня выбрал? Какая же ты? Вообще-то я тебя не выбирал. Выбрал пистолет, он же выстрелил. Какой же ты капитал? Вообще во всем виновата пуля. Тебя же пуля убила. Тебя же пуля подстрелила. Не я же ее кинул в тебя, она сама. Убивает не оружие, убивает намерение, правильно? Безусловно. Я убью того, кто меня убил. Почему этот человек такой страшный? Почему у него Эйфелева башня на башке? Ого. Ну все, теперь мы этого уже не узнаем. Теперь нет Эйфелевой башни, ее зарубили. Надо вот этого Трендистера убивать, он слишком много комментирует, он прям там... Кто снимает ТикТок? Серьезно? У нас есть больные за столом? Ну-ка. У чувака понос начался, лечи его. Умри. Ты того выбрал, кот. Меня выбрать должен был, если что. Нет, я... Что здесь происходит? Я убью ум сына отсталого. Надо ум сына отсталого убивать. Ну, я же не хочу, чтобы он мучился. Вы в ролике. Чувак, ты не угадал, это ты в ролике. Это ты в ролике, так что... Как? Ах ты... Ах ты мелкий. Здесь не всегда... Здесь оружие дают не в одно и то же время. К сожалению. Слаг, а ты уехал? Я? Тебя уже зарезали? Да, кот меня зарезал, я рассчитывал то, что я сильный. Напиши этому чуваку, что он сам в ролике. Ну, так... Так Виспера, который Слаг, его убили же. А, блин, это будет... Ну, это же будет в общем... Ай, блин, это не будет в общем чате. Черт. Ну да, те, кто убили, они не могут писать. Ну тогда сейчас между раундами, если это не сложно будет. Так, хорошо.
Ну, не знаю тогда, если... Нет, знаешь что, это нелогично. Чувак говорит, что мы в ролике, но он сам постоянно пишет. Фиг ли он постоянно всегда пишет, если он снимает. Это так нечестно. Подписывайтесь. О! Блогера. Хэштег. Я хочу вас снять. Так, победитель, кстати, кто-то там. Ох, я сколько подписчиков. Ну, чувак. Спрашивает такие вопросы прям пошло. О-о-о-о! 2К! Ну там я смотрю, немножечко округлил, да? Почти 1000. Немножко не хватает до миллиона. Ну совсем чуть-чуть. Офигеть, как она машет по АФКшнику. Такая еще подошла, прицелилась. Ну тут изи. Ну как бы, ну да, наверное. Да блин, не люблю его. Че же он с смайликами спамит? Давай. Иди сюда. Убей пижаму. Блин, хватит убегать. Сражайся. Офигеть, как красиво было, ха-ха. Погоди, ее выкинуло, потому что она тебя за это... Нет, понятно. Это я ее убил. А, ты ее убил все-таки на последней секунде? Я ее убил на последней секунде, красиво. Причем. Ну-ка, а где же Слаг? Слага тут нету. Что? Слаг сидит за столом, но его тут нету. Почему он написал черное сердечко, девочка? Фу. Давай голосуем за него. Да, голосуем за него. Одер. Хватит. Блин, он выжил. Киньте в него нож, может, тогда он не сможет разговаривать, да? Девочка, Wednesday. Мне кажется, это подходит сюда. Знаешь, можно такие слова представлять на месте хэштегов. Ну, все зависит от твоего больного воображения, это да. По-моему, там было написано слово «арбуз». А ты что, главный арбузер? Да. У нас есть свои собственные арбузеры, приходите к нам. Так. Опа. Вас отарбузят по полной. Ну вот теперь ты, ну вот серьезно. Ты посидел рядом с человеком и заразился. Ну какого фига? Рум, уходи от него. Да, ты заразишься тоже. Надо напихать в него таблеток. Ну на тебя. О, хэдшот, офигеть. А я теперь даже не знаю, кого выбирать. Ну давайте вот этого чувака дадим ему заработать, раз он всех убивает. Он собак ест. А как, кстати, кидать ножи? Зажимаем. Зажимом, да. Или можно ноги? Меня вот против кого-нибудь на дальнем углу стола пожа. Давай. Да, держи. Давай за Слага, я за кошка-девку. Давай, мишень. Она ФКшница была, все, теперь ты согрешил, чувак, так нельзя. Нельзя? А теперь давай за того, у кого проклятая улыбка. Да. Убивайте ФКшников, грешил. Ах ты! Да-да-да. Взял такой, бля. Кот, давай против этой чушки. А чё я? Ты сможешь? О, вот, да блин! Ну, знаешь, ладно. Все, сражайтесь между собой. Давай, голосуй за него, я за тебя. Ты ближе. Пусть рандом выберет. Рандом выбрал тебя. Да это никогда не получается. Ёпарасете, как он меня постоянно перетыкивает, блин, на скорости. Ну что ж ты за... Короче, ладно. Так, мы лампочку разбили в небе.
Все, понял? Хедшот тебе. Убиваем. Ладно, следующий раз его убиваем, он не заслуживает жизни. Следующий раз будет в следующей серии, потому что это заканчивается. Ребят, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Аньё.